Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой 10-литровой канистры. Пригодится тем, у кого есть домашнее хозяйство. Размер канистры не особо важен, но, как выяснилось, больше важна геометрия канистры, а именно, чем она, скажем так, квадратней, тем лучше. У моей же канистры углы скруглены, поэтому пришлось ее доработать. В конце видео все расскажу. Так что смотрите видео до конца, тем более его постарался максимально ускорить. Желаю приятного просмотра. Ну а я буду начинать делать самоделку. Вот в итоге у меня получилась такая бункерная кормушка из пластиковой канистры на 10 литров. У меня она будет служить для кормления кур, особенно полезна в момент отъездов на несколько дней. Я буду знать, что у кур есть зерно и буду спокоен. Но как я уже говорил в начале видео, обнаружилась конструктивная недоработка из-за скругленных углов канистры. И зерно высыпалось через небольшие щели при полной загрузке кормушки. Этот недостаток я устранил на месте, сделав бортики из скотча. Но можно по-хорошему вырезать треугольники из пластиковой бутылки и прикрутить их саморезами.
Этого не придется делать, если канистра будет квадратной. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка? Что вы думаете по этому поводу и какие еще полезные штуки можно сделать из пластиковой канистры? На этом все. Если понравилась идея, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!